Представителей различных молодежных субкультур объединила сила музыки и творческого самовыражения. Сцена фестиваля «Voices of Rock» собрала 3 кировских и 1 слободской коллектив. Для большинства участников это первый рок-фестиваль нынешнего лета. И в этом году вот мы планируем сейчас слободской, наш первый опен-эйр, и металл-волл, скорее всего. Не знаю, как бы нас бывает приглашают, бывает нет. Тут музыканты, играющие уже долгое время, то есть лет 15 на сцене, поэтому мы все друг друга знаем уже много лет, в общем, мы все встретились тут. В Слободском бывали уже впервые? Да, я давно здесь бывал, много раз, только с другими. Мы с Андрюхой в первый раз, нам очень понравилось, у вас классные места и много церквей, и такие, ну, архитектура очень интересная, город старый, со своей историей, ну, очень у вас здорово. Спасибо, ну и что слобожанам можете пожелать День молодежи? Здоровья, наверное, самое главное, и ну, да, чтобы добивались своих целей, чтобы, ну, стремились к лучшему. И падало от настроения, от дождливой погоды, а так вообще. Grindstone существует чуть более 2 лет. Ребята выступают на разных площадках области. Репертуар мы играем. Хард-рок, хэви-метал, такой стиль. Приутяжеленный рок, скажем так. То есть тексты на английском языке поем. Поем о любви ко всему. Стараемся и музыку такую делать интересную. То есть не просто там... То есть пишете сами? Да, все пишем сами, играем свою музыку. В планах записать альбом и покорить этот мир. Гвоздь фестиваля – группа The Task, что в переводе с английского «бивень». Так же, как и Grindstone, образовалась в 2015-м. Коллектив можно увидеть на сценах разных городов нашей страны. Ребята не признают кавер, все композиции исключительно собственного сочинения. Мы записываем альбом, вот недавно выпустили сингл, который вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. The Task, все очень просто. Называется «Третья стратагема». Также можете загуглить и узнать, что такое «Третья стратагема». Очень полезно для расширения кругозора. Короче, тема против терроризма, против экстремизма, против людей, которые не умеют свою точку зрения отстаивать. Что пожелаете слабожанам в День молодежи? Молодеть, здороветь и хорошо поджигать на выступление команд, которые приехали вас поздравить. Да-да-да, поддержка обязательно. Сегодня нужно танцевать, не знаю. Все люди, которые пришли сегодня, я думаю, что они знают, что сегодня будет происходить. Не просто так пришли. Я видел очень много людей, которые все в краске, они очень хорошо настроены. Вот я предлагаю всем на них ориентироваться. Шот этим летом уже выступил в Чебоксарах на открытии мотосезона. В Слободском коллектив еще не выходил на сцену ни разу. Это дебют. Выступаем по Кирову, по области и немного за ее пределами. Вот. В основном это вот опен-эйры, ну и клубные всякие концерты тоже. Мы исполняем в основном хард-рок песни, иногда блюз-рок. Вот. В основном это свой материал, ну и немножко каверов тоже на различные рок-хиты. Работаете ли над выпуском какого-то альбома? Вот как раз собираемся вот приступить после этого фестиваля. И в День молодежи слабожанам что пожелаете? От каждого по чуть-чуть можно. Любви. Хорошей погодой и, главное, теплой. Поменьше мошек. Отличного настроения. Ну и позитива. Спасибо, ребят, большое. И слушайте хорошую музыку. В слободском коллективе радио «Дежавю» люди, которые играли в свое время в разных составах и жанрах и решили объединить опыт, чтобы совместить хип-хоп, фанк, альтернативу и рок-н-ролл, приправив их нотками современных модных жанров.